Добрый вечер! Добрый вечер всем любителям моды нашего прекрасного города, можно сказать, самого стильного города под названием Винница. Перед тем, как мы начнем показ дизайнера Светланы Тарянчук, уважаемые дамы и господа, фэшн-любители, давайте поаплодируем друг другу, что мы сегодня собрались здесь, в этом уютном зале, на самом модном событии, на Винницких днях моды. Ваши аплодисменты! Вы знаете, друзья, хочется поблагодарить самого сильного мэра стильного города Владимира Борисовича Гройсмана за то, что он это делает с каждым годом. Поверьте, по-моему, только в трех городах Украины, у нас четвертый, проводятся такие дни моды на высоком уровне. Ну, а также давайте поблагодарим человека, у которого сегодня тоже есть повод порадоваться, организатору сегодняшнего мероприятия, Сергею Кудлаенко. Ваши аплодисменты. Под его эгидой тоже проводится это мероприятие. Спасибо. Спасибо, друзья. Вы знаете, в первую очередь хочется сказать, что Светлана Тарянчук благодарит своих партнеров. Это фотостудия Sunday, которая делает прекрасные фотографии, на которых вы потом на будущее сможете увидеть те модели, которые сегодня пройдут на этом подиуме. Также ваши аплодисменты — мастерская аксессуаров Муза, дамы и господа. Специальные веночки были разработаны для сегодняшнего показа, ручная работа, обратите внимание, абсолютно все веночки, абсолютно все платья продаются после того, как коллекция закончится на сегодняшний вечер. А также видеостудия Frames, друзья, это самое лучшее видео в нашем городе, поверьте, хочется смотреть и вспоминать хорошее. Ну, вроде бы я всех объявил, но возле меня справа сидит человек, которого мы... как бы чаще всего видим в трусах и в халате. Друзья, давайте поаплодируем Вячеславу Узелкову! Эй! Слава Богу, ты пришел! Вот, сегодня он одет немножечко по-другому, не так, как всегда. Ну, а также сегодня на этом показе присутствует еще один замечательный парень. Дамы и господа, давайте я его вам представлю. Замечательный певец нашего города, победитель Крым Мюзик Фест, где Пугачева и Ротару вручили ему чек на 50 тысяч долларов. После этого он сказал, зачем петь в Виннице и вообще. Он понял, что этого не надо. Александр Наврючук, встречайте. Саша, здорово. Спасибо, что пришел. Сашка, скажи, пожалуйста, ты вообще вот где одеваешься? Магазине. Я думал дома, но ладно. Но все из нас одеваются дома. Вы знаете, я чего хотел тебя попросить, чтобы ты мне помог со Славиком разыграть несколько вот таких вот, скажем так, скидок на 20%, такой сертификат на пошив у дизайнера Светланы Тарянчук. Ты называешь сектор. У нас есть сектор А, Б, С, Д, Е, Ф. Пожалуйста, один из всех выбирай. С. Сектор С. Где сектор С? Сразу люди уже... О, отлично, можно порадоваться. Славик, 5. Место 5. Хорошо, пятое место, друзья. Теперь осталось узнать ряд. Ряд. Пятый. Пятый ряд, пожалуйста. Такого нет, поэтому говори с первого до трех. Первый. Первый ряд, сектор С. Пятое место. 5-5, сектор С. Выходите к нам, получайте сертификат на 20% скидку пошива одежды у дизайнера Светланы Тарянчук. Вручай. Сашка, держи. Еще у нас есть один сертификат. Спасибо вам, что вы сегодня здесь присутствуете. Еще один сертификат. Славик, ряд. D, C, F, E, A, B. E. Сектор E. Есть такой сектор. И, Сашка, ряд. Три всего. Три ряда. Три. Второй. Второй ряд. Место... Пять. Славик, поменяйте концепцию. Людям уже надоело слушать пятый ряд. Но тем не менее, давайте, друзья. Есть такая очаровательная женщина. И она сегодня получает подарочный сертификат на фото от фотостудии Sunday. На полторачасовую фотосессию от Sunday, пожалуйста, абсолютно бесплатно. Фотосессия для вас, для вашей семьи. Будем рады вас видеть. Ну, еще один сертификат, еще один ряд, место и еще один сектор. Давай, Сань. Сектор А. Сектор А. Где? Где сектор? Сразу порадовались люди. Славик, решай судьбу. Место 5. Отлично. Я даже не спрашиваю уже Александра, он прекрасно знает. Место 5 или все-таки поменяешь, Слав? 5. Дело в том, что Славик в последнее время выигрывает просто в пятом раунде.
Поэтому у него цифра 5 счастливая. Пятое место и ряд. Первый. Первый ряд, пожалуйста, еще сертификат на 20% скидку. Есть такая девушка, пожалуйста, дарите Александре этот сертификат. Ну что ж, друзья, перед тем, как мы увидим коллекцию дизайнера Светланы Дырянчук, я думаю, уже у нас хорошее настроение, я бы хотел, чтобы вы услышали замечательный голос этого парня, потому что, когда ты слышишь этот голос, девочки начинают покрываться инеем. Так ты говорил, по-моему. Ну, сейчас зимняя пора. Итак, поет Александр Новричук. Встречайте! When I was young, it seemed that I was so wonderful. America, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they've been singing so happily. Joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And they sent me a word where I could be so dependable, no critical, no intellectual, cynical. Ваши аплодисменты, Александр Новричук. Спасибо, Сашка. Удачи тебе в дальнейшем конкурсе. Всего тебе хорошего. Спасибо, что пришел. Ну что ж, дорогие зрители, теперь делаем вот так вот руки. Теперь мы все на показе. Давайте, друзья, я думаю, мы теперь с радостью посмотрим коллекцию дизайнера Светланы Дырянчук под названием «Жива». Встречайте, дамы и господа.
Встречайте, коллекция дизайнера Светланы Теренчук жива. Модели і дитячо агентства «Принцес». Thank you.
club, like what up, it's me and Lindsay Stamp. I'm so pumped about some swag from the thrift shop. Ice on the fringe, it's so, so frosty. The people like, whoa, that's a cold, cold tea. Rolling in, rolling deep, headed to the mess. Sussing on pink, set my gator shoes, those are green. Drake to the left of me, girl standing next to me. Probably should've washed it, smells like R. Kelly sheets. But wait, it was 99 cents. Cop. Thank you.
дизайнер Светлана Теренчук. Коллекция «Жива». Детская школа моделей «Принцесс». Светлана Теренчук благодарит фотостудию «Сандэй», видеостудию «Фреймс». Мастерскую аксессуара «Муза», а также всех зрителей, которые сегодня пришли на показ дизайнера Светланы Теренчук. Музыкальное сопровождение «Диджей Шейк». Дизайнер Светлана Теренчук. Цветы от гостей показа, а также генерального спонсора Винницких дней моды косметической компании «Мира». Дизайнер Светлана Теренчук, коллекция «Жива». Спасибо вам, дорогие зрители, что вы пришли, уделили время. Приходите к дизайнеру Светлане Теренчук, Киевская, 4. И все наряды, которые вы мечтали, о которых вы хотели, чтобы они у вас были, обязательно будут у вас. Спасибо за внимание. Дизайнер Светлана Теренчук, город Винница.